В Барнауле ностальгия по мытарству. Певец Сергей Шнуров прокомментировал в своем инстаграме ситуацию с барнаульским планетарием. Напомним, спустя 70 лет здание решено вернуть Русской Православной Церкви. Мы к духовности ментально очень склонны. В Питере, в Москве и в Барнауле страсти так сакрально разогреты. Нет, а планетарии нам... Храмы, церкви, чаще минареты. В стихе певец иронично высказался на тему ненужности такого светского заведения, как планетарий, и необходимости строительства там церкви. К сожалению, Сергей Шнуров не знал, что в Барнауле это единственный планетарий, а вот церковь, которая вернется в это здание спустя 70 лет, станет уже 17-м храмом РПЦ. В мэрии сообщают, что документы на переезд уже оформляют. Планетарий должен съехать до конца года, но куда точно неизвестно. Здания под него сейчас в городе просто нет. Как вариант рассматривается бывший кинотеатр «Родина», где сейчас временно располагается театр «Кукол Сказка», но нужно дождаться переезда последнего в новое помещение. Еще раньше планетарию предлагали переехать в ДК «Трансмаш». Реконструкцию здания оценили в 38 миллионов рублей. Затем посчитали, что за такие деньги проще построить новое помещение.